Можно только удивляться, как в один миг семья может быть признана неблагополучной. В большинстве случаев в этом виноваты родители, а страдают всегда дети. Зачастую причиной социального неблагополучия семьи становится обычная неграмотность в оформлении документов. Подобный сигнал в администрацию Ленинск-Кузнецкого городского округа поступил на жителей одного из частных домов на 10-м участке. В доме проживают сразу три семьи – 6 взрослых и 5 маленьких детей. И хоть дети находятся под присмотром, они сыты и обогреты, но в скором времени они вырастут, и всем в небольшом доме станет тесно. Семья надеется улучшить жилищные условия за счет материнского капитала, который одна из мам получит в ближайшее время. Нам посоветовали, значит, как объединить побольше где-то дом взять, куда, чтобы вместе объединить, вот это раз семья большая. Данная семья поставлена на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. А вот в этот дом инспекторы заходят уже не в первый раз. Молодая мама двух маленьких детей спокойно спит, в то время как ее дети сидят голодные в холодном доме. Чем вы детей кормить сегодня планируете? Покажите, пожалуйста. Готово. Время обеда. А продукты? Дети уже сейчас должны обедать. Инспекторы пригласили безответственную маму на комиссию по делам несовершеннолетних. В настоящее время в инспекции по делам несовершеннолетних состоит 123 неблагополучных семьи, которые были охвачены, оказана социальная либо материальная помощь данным семьям, либо психологическая. По итогам данной операции выявлено и поставлено на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних 19 законных представителей за ненадлежащее исполнение родительских прав. Привлечено к административной ответственности 43 законных представителя. Всего за истекший период 2011 года подготовлено 72 материала в отношении родителей на лишение родительских прав. Справлено, собрано 18 материалов в порядке статьи 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это надлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, сопряженных с жестоким обращением, по которым возбуждено 6 уголовных дел. Семьям, которые были поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, на сегодняшний день оказывается социальная и психологическая помощь. Возможно, у некоторых из них еще есть шансы справиться и стать хорошими родителями. Мария Дудкина, Александр Иванов, Ленинск ТВ.